Снова вас приветствую, народ. Пришла мне очередная посылочка. В посылочке вот такая Wi-Fi антенна, ну или как он там, Wi-Fi приемник. Для чего она мне? Хочу я замутить одну вещь. Короче, у матушки у меня ловит соседский Wi-Fi, но что-то так с трудом. Если, ну, по центру комнаты более-менее, а в комнате, где стоит компьютер, ну, там еле-еле. Вот и хочу испытать вот такую вот антенку. Цена, видите, совсем недорогая, 244 рубля. Заказов тут, видите, у этого продавца 3126 заказов. Ну и сейчас давайте вскроем, посмотрим. Единственная проблема, у меня у матери стоит Windows XP. Там старый комп еще такой. Ну, он как бы рабочий, там кино посмотреть. Но нет интернета. Будем ей делать халявный интернет. Итак, давайте вскроем, посмотрим. Итак, срезал я нашу этикетку. Так, значит, смотрите, имеем мы обычную такую антенну, сделанную в Китае. Так, 802.11n 150 мегабит ПС. Так, USB адаптер. Так, что еще у нас внутри? Какая-то бумажка. Ну, тут этот какой-то промокод. Хрен его знает. Короче, реклама. Реклама, реклама. И еще какой-то десочек. Внутри запечатано с пупыркой. Все хорошо. Сейчас достану. И еще и дровишки. Вот это вот вообще красота. Потому что написано было в описании вот здесь вот под видео где-то то, что поддерживает оно Windows XP. Вот написано Windows XP, 7, 8 и 10. Также Mac там, ну и все дела. Шикардос. То, что диск вообще красава. Продавец молодец, что положил. Так, ну и что? В пакете больше ничего нет. Мы его отложим. И что, давайте я проверю эту антенну на десятке, а потом уже и, наверное, попробую установить ее у мамки там на компе, будет работать, не будет. Ну, вообще просто я хочу сейчас потренироваться у себя. Давайте воткнем наше USB устройство в USB разъем. Так, и давайте установим дрова. Дрова я предварительно скинул вот в папку с диска. Диск у меня на этом сидюке что-то не открывается. Ну, перекинул я с бука на флешку. Так, установим утилитку, ну или драйверы, что это, я толком тут непонятно. MediaTek. Так, значит, ждем, пока установится. Тут вот начинает мигать огонечек. Готово. И что мы делаем? Так, выскочила такая табличка. Почему-то соединения нет. Так, вот здесь у нас высветилось. Ну, типа наши соединения. Вот это именно вот верхний мой Wi-Fi. Так, сейчас я попробую. Сначала отключу сеть компьютерную. Так, вот я выключил сейчас шнур из компьютера, выдернул. И теперь попробую я сейчас подключиться. Так, вбиваю я пароль. Пароль. Вбиваем пароль. Есть такое дело. И подключаемся, да. Вот сразу же у нас появилась вот это вот 100%
прием. Проверка. Проверка. Все. Видимо, подключилась. Давайте. Сейчас я тут позакрываю лишнее. Пробуем подключиться. Точнее, пробуем зайти на сайт, на YouTube. Все нормально. Ну, не знаю тут, что мне включить. Там на свой канал, чтобы никто не тарахтел. То, ой, там мое видео. Так, проверяем. Все работает. Все хорошо. Ну, в принципе, это и все, что я хотел вам показать. Устройство работает нормально. И давайте сейчас я вам покажу, что будет, если, допустим, вытащить устройство, да. Вот мы его выдернули. Раз, все, интернета нет. Подсоединяем обратно. Раз. Интернет есть. Причем все работает хорошо. На этом все. Всем спасибо за просмотр. До новых видео и до новых встреч.